Облупившаяся краска, кирпичи, вылезающие стены, сломанные почтовые ящики – теперь в прошлом. Пугающую картину можно выкинуть из головы, ведь в доме номер 2, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола проходит долгожданный ремонт. В нынешнем году здание попало в губернаторскую программу «Мой подъезд». Ремонт начался приблизительно зимой, насколько я помню. В принципе, никогда не было слышно каких-то шумов, и работы недолго проводятся, но, в принципе, всех все устраивает вроде. Проверить ход ремонта приехали депутат Московской областной думы Владимир Жук и глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Они оценили проведенную окраску стен, а также замену окон. Гости застали процесс укладки напольного покрытия на первом этаже. Радовала глаз и обновленная входная группа. Во время ремонта здесь переложили целую стену и поставили новую дверь. Работа на самом деле глобальная, потому что данный дом один из больших по площади в нашей управляющей компании. Поэтому также хочу сказать, что данные работы согласовываются все с жителями от покраски стен до выбора плитки. На сегодняшний день работы завершены на 80%. Окончание ремонта запланировано к августу нынешнего года. Далее в доме планируется провести полную замену лифтов. Мы видим результат. Жители довольны. Все встречают, улыбаются. Потерпели один месяц и получили новый подъезд. Немножко другое качество жизни будет значительно выше. В округе по программе «Мой подъезд» планируется ремонт 20 домов. В 14 из них на сегодняшний день работы завершены. В настоящее время по результатам проверок госжилинспекции Ленинский округ остается в зеленой зоне, выполнив 70% от плана ремонтных работ общедомового имущества. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.